И вопрос перед такое атмосферное место. Здесь очень красиво, очень много людей. Уже все собираются. Вот, сейчас я разденусь. Может быть, первые дней 10 вы будете ощущать, потом нет, будете ощущать, что аромата, больше не стойки. Но тут все дело в том, что наше тело оно принимает этот аромат и отлично свое такое, что вот мы же не слышим там активно гель для душа в течение дня. Мы помылись в моменте, мы его слышим, но мы когда выходим, мы уже его не чувствуем. И на работу, где у меня чувство. Но если кто-то другой не знакомый с этим гелем для душа, он может почувствовать аромат, потому что наше тело уже все настроено. Но он ей тоже не подойдет. Я ей тоже не все дала. Вот ей надо А бутерброд такой не стало брать. Боже, вам не нравится. Очень мне понравился, очень приятный, диван. Не помню, как дальше, но, в общем, классный аромат будет в следующем каталоге. Вот этим ароматом я сегодня нанесла его, он премиальный, он держится очень долго, очень приятный как раз на выход. Этот аромат поднимает настроение, очень классный здесь мандаринчик, он энергию придает, настроение поднимает. А мужской вот этот мне тоже, кстати, нравится. Так, что тут у нас еще интересненького тени. Пока у нас идет там, выступает спикер, я как раз посмотрю ароматики. Продукция Oriflame Вячеслав Бессалов. Добрый день. Может создаваться эффект, как будто вы устали, или вы как будто не выспались. Поэтому брови – это обязательный момент, который как раз-таки сделает наш вид отдохнувшим, а плюс ровный тон – это всегда будет супер. Теперь хотел бы еще сказать о том, влияет ли вообще мода и на то, как мы подбираем себе макияж.
Но поверьте мне, старожилу, у вас только все начинается. Я вам от всей души желаю, чтобы на ваших чеках нужно еще добавить 2 нуля. И это реально. Я вам желаю больших действий и высоких результатов. С Орифлеймом все получится. Удачи вам!